Сгоняем телят. Каких телят? Ой, блин, овец, курицам. Здесь у нас живут курицы в этом домике. Я думала, он сбежал, ты еще не доубирался. Че ты меня снимаешь? Я не курица тебе. Сейчас пойдем посмотрим. Чуть-чуть заглянем. Что нам? Тут у нас курицы живут. Так. Коров загнали уже. Как деревня переживает морозы наши? Как она переживает морозы? А? Вот так. Нормально переживает морозы наши. Честно сказать, мы к морозам уже привыкли. Как ты это и не замечаешь. Только печку приходится сильнее топить, больше топить. Так что вот так вот. Да. Так, сейчас мы пойдем посмотрим. За камерой следил. За камерой своей бегал. Бросил все и убежал. Вот так вот он повесил. Слышали, что она говорит? Короче, овечек сейчас она туда даст, овечек загонит. Так, сейчас пойдем овечек посмотрим. Так, вот тут у нас сделано загончик такой. Тут, когда телята, короче, ставим телят. Так, а в данный момент сейчас у нас здесь овечки. Две сидят. И с двумя ягнятами. Один ягненок. Блин, хреново, видать там. Один ягненок черный, и вот, видно, тыкается к мамке. Он, короче, сегодня ночью родился. Загнали сразу сюда яичко, чтобы там не беспокоить. Так, а вот этот белый ягненок, видно. Он уже, наверное, с неделю. Короче, мамка его овечка родила и никак не хотела принимать. Не хотела принимать его к себе. Вот. Ну и, короче, Елена Степановна его покормила несколько дней. Потом заведет его сюда, сядет с овечкой. Она стоит. Он сосет ее, мамку свою. Как только уйдет, овечка начинает бодать. Вот через, короче, дней, ну, дня 3-4, может быть 5, она стала принимать, стала откликаться, стала позволять ему сосать титьку. Так что вот так вот. Как они окрепнут, ну, через недельку, может быть 2, мы снова их пустим в общее стадо. Вот так вот. Молодые они овечки, вот начинают там, то ли инстинкт материнский у них так плохо просыпается, то ли что. Ну а старые овечки более-менее ничего. Так что вот так вот, друзья мои. Выгнали, почистили у коров
сено дали, воды напоили и снова загнали морозы. Овечка сейчас тоже, сейчас вот она сено даст туда, дала уже почти. Перегоним. Там и курицам теплее, во-первых, овечки дышат. И овечкам будет теплее тоже. Так, ну вот, Степана сейчас будет овечек. Они с удовольствием идут в теплые помещения. Так, тут уже ягнята есть, уже подросли, ягнились. Снег пошел. Снег пошел, да. Все, он заинерил. Камера на морозе садится очень быстро. Ставлю аккумулятор еще стандартный маленький, и он быстро заряжается. Ну, занесешь, она тает нормально. Есть у нас такая форма, Людмила. А это в чем мы поем овечек? Это поем и просто... Раньше на мясокомбинатах такие были. На мясокомбинатах? Да, у меня мама работала. На филейке стояла. Так это что, это мама ваша... Это не мама, даже бабушка. Сдернула эту форму? Бабушка тоже работала. Бабушка? Да. Но она более таком цехе была. Мать на филейке была. Там такие туши больше меня. Вот на таком колесе и на проволоку, и под тяжестью, ничем не закрепленные. Светит солнце, и это плохо отображается. Понятно. Вот так у нас холодно. Как вы холод переживаете? А что переживать? Чеснок, сало едим, лук. 100 грамм не пьем, потому что потом работать не сможем. Да? И водичка такая, да, более-менее комнатная. Ну, чуть теплее комнаты. Большую нет смысла наливать, а не то... Понасируют туда. На улице рисовали. Все, вон они. Папа. Пар, хрен, ничего не видать. Ну как в баню утром догоняет? Потому что он нахуй. Мы не переживаем мороз. Мы радуемся. Да? Вот так радуемся. Мы мороз не переживаем. Хорошо. Мы радуемся. А что привязали собаку? Я начинала он по помойкам, по соседям бегать, как будто дома ничего не хватает. Да. Вообще собака должна привязана быть. Ну ладно, помашите ручкой зрителям нашего канала. Махать будешь ручкой? Ладно, будем махать. Ты где там? Так, маши. Че, как родной, прилипло.